На Ибице в клубах стало тесно, как в моей жопе. Ну, я решила сделать себе свой собственный клуб и больше не тратить деньги на Европу. Ну и так как у меня нет недвижимости для клуба, я решила сделать его подвижным и купила газель. На большее пока не насосала. В кузов засуну много звука, как я люблю. На крыше диджей будет треки сводить. Я буду петь и мультипликационно плясать на экране. Мой клуб мультипликационный, под открытым небом, без стен и заборов. В нем больше никому не нужно будет нюхать чужие подмышки. Меня зовут Лена. Теперь я продюсер клуба «На колесах». Я же танцор в своем же клубе. В моей трудовой так и записано. Елена Головач, продюсер-танцор.